Идея, желание, организованность и немного креатива во дворе, что в переулке Брестских дивизий 11, всегда не только полный порядок, но и красота. Здесь все оборудовано средствами и руками жильцов. И этот труд не остается незамеченным. В прошлом году они одержали победу в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территории Ленинского района Бреста. Как наполнить двор уютом, знает председатель ЖСПК номер 305 Ольга Синчук. Жильцы сами предложили для того, чтобы мы включили в жировку именно целевой сбор на благоустройство. Они хотят жить в комфортном доме, в комфортных условиях, и поэтому это их желание в первую очередь. В будущем у нас еще есть решение собрания по установке уличных тренажеров, но, скажем так, на сегодняшний день пока недостаточно денежных средств. Этим будем заниматься по мере поступления денежных средств. Отдельного внимания заслуживает озеленение дворовой территории. Окна Ирины Онищенко выходят на самый большой цветник. Все это дело ее рук. Высаживает и ухаживает за растениями женщина сама. Рябины, клены, елки, уксусные деревья, цветы. Они придают особый уют, считает Ирина. Поливаю каждый вечер, конечно, если дождя нет. Вот. Ну, ухаживаю за всем. Ну, хочется красоты. Детей же надо воспитывать в красоте. Сама в прошлом воспитатель детского сада, поэтому реально понимаю, слова ничего не значат, только поступки и действия твои. Если ты вышла и поливаешь, дети прибегают, чужие разы, дайте я, ну влейте, поливайте. Вот здесь, вот с этой стороны расположено, вот это я горку делала, вот эти все с той стороны, которые деревья, все-все-все сама садила. Все для себя и ради себя. Ну, когда субботник, конечно, у нас все выходят. Все. Наш дом, наш двор, наши и заботы, говорят жильцы. Солидарность в желании обустроить территорию проявляется и в ходе субботников. Во дворе высоких и красивых девятиэтажек ведутся коллективные работы. Жильцы выходят с метлами, лопатами и ведрами, чтобы навести порядок. Общее дело объединяет. С момента ввода дома в эксплуатацию каждый год проводятся субботники. Собирается целевой сбор для данного вида работ. Закупаем кусты, деревья сажаем, закупаем детское оборудование, мафы. Смонтировали футбольное поле с покрытием, где занимаются дети, и по выходным играют даже взрослые команды. В администрации Ленинского района так и говорят. Это один из тех дворов, которые следует ставить в пример. Это председатель, на которого нужно равняться многим. Детские городки, современные спортивные площадки, зоны тихого отдыха, пестрые цветники – все это может появиться в любом дворе. Главная инициатива, ну и немного творчества. Они активно принимают участие, значит, в благоустройстве своих территорий. Высаживают зеленые насаждения, значит, содержат спортивные сооружения, значит, детские, игровые, хозяйственные площадки. Хотя, значит, эти площадки, ну, находятся на балансе коммунальных служб. Я призываю всех граждан быть неравнодушными к тем условиям, в которых вы проживаете. Вот, ведь только от вас зависит, значит, та среда, в которой вы живете. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.